Всем здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами я, Егор, и сегодня у нас будет обзор на вот такой вот антистресс. Да, очень крутой, но приступаем. Вот как он выглядит. Ну вот, посмотрите сначала, вот как он выглядит, там красивенько так. Если что, у вас этого не будет. Это я сделал, да, с чернилами. Пипик. Вот его глазки. Да! Тут можно их давить. Вот в чем прикол этого антистресса. И причем вот в нем, да, там кровь, да. И смотрите. У него червяки там еще. Там 5. 4 черных и 1 белый. Я не только таких видел, но я еще видел, но там был пришелец и вампир, по-моему. Но само по себе, давайте посмотрим на качество. Очень все хорошее, очень. Прям носик вот такой. Вот. Зубки. Вот такие вот. И вот такие глазки. Вот так вот все красиво. Очень сделано. Эти мятки специальные. Вот. А вот это я только что сделал, да, случайно. Вот. Вот так. Такой вот черепок, и это видео как бы будет короткое немного, но я вам кое-что скажу. Если вы поставите вот под всеми видео лайки и комменты интересные, то я, может быть, вас засуну в новое видео, ну как, ваш коммент, и могу даже поздравить, ответить вам и одобрить коммент. Но еще, кстати, да, если вы слышите посторонние звуки, чириканье птиц, это мои попугаи. И да, подождите. Вот, если вы хотите, чтобы я снял обзор на вот такую вот чайную игрушку, заварку, то давайте наберем под этим видео 5 лайков. Вот 5. И где-то 5 комментов, вот, всего лишь-то. Не, 8 давайте, сколько мне и лет. И также поставите мне лайки, так будет половина даже. И обязательно, если вам понравилось видео, то, конечно же, ставьте лайки, удобно вам это говорить. Подписывайтесь на канал, рассказывайте все друзьям. Но это видео было коротенькое, да. И я понимаю это. Если вы расскажете, то я вот, ну, просто, у меня как бы мало подписчиков, там, 10 максимум, но все равно. Расскажите своим друзьям, пусть они на меня подписались. И подписывайтесь на канал моего друга Вадика. Крутые видосы очень, по 3 экстрим, я вам говорила это в прошлом видео. И там есть, мой, ну, его коммент под моим вот приветным, по-моему, было что-то. Заходите по ссылке к этому комменту, и там будет. Подписывайтесь на его канал также, и на мой канал. Ну, а с вами был Егор. Всем удачи, всем пока!